свет. Вот он, Юпитер. Со своими красавцами, галилеевыми спутниками. Самой правой Каллисто. Потом идет Ганимед, потом идет Европа, потом Юпитер, и потом уже слева Ио. Ай, неплохо. Лучше, чем было. Получается снять нос рук. Извиняюсь сразу за дрожание. Да, так у нас тут еще целый мини-парад планет. Вон у нас слева на экране сверху сверху Сатурн, а внизу Марс. Ну вот они, три сразу в кадре планетки. Не хочет кольца отображать. Странно. Вот он, Марс. Да, надо убраться со штативом. Не играться на всякую ерунду. С рук на таких 125-кратных увеличениях снимаю. Не, не хочет, ты представляешь? Странно. Ну, 150 миллиардов километров до Сатурна. Ну, в принципе, кольца я видел, даже на 83 кратах. Тут 125. Надо что-то поколдовать с настройками. Никак не разберусь, только приобрел фотоаппарат. Да, не фокусируется как должно. Засветка какая-то идет. Ну ладно. И так хорошо получилось. Неплохо, по крайней мере. 2 апреля 2020 год, Харьков. Видно, что небо не чистое все-таки. Может, потому и не фокусируется.